начиная с чужих людей до вчерашних любимых плеч, у нас было 200 дней и всего лишь 2 пары встреч. Помню, ехал тогда домой с ресторанчика вроде Байс и случайно продал покой за улыбку и smokey eyes. Потом в день постой смс и вопрос, почему так прет? И скорее бы оставить стресс и нырнуть к тебе в самолет. Потом были как близнецы. С одной ложки жуя салат, уступала мне огурцы, забирала мой виноград. Я давно для тебя не писал, хоть была ты мне ближе всех. Когда локти свои кусал, слепо верила в мой успех. Отмотать бы назад все дни, посвятить тебе 100 стихов, чтобы были одни стихи вместо скобочек, простых слов. Жаль, но стали предвзято стыть, поддаваться влиянию снов. И короткая наша нить растянулась меж городов. У нас было 200 дней и всего лишь 2 пары встреч от вчерашних родных людей до, увы, одиноких плеч.